Я ролик уже начал, но... Ай-яй-яй. Знаете, почему? Потому что мы все равно делаем ролик реальной жизни, а не для канала всякое такое. Короче, сейчас будем пить, да? Наверное. Давай ложку. Ты куда ложку в рюкзак убираешь? Кто будет пить? Все трое? Даня будет. А что я? А я? Не знаю. Интересно, что... Интересно. Макс, снимай, блин. Жизнь Даня. Презерватик. Презерватик какой-то. Презик. Использованный, кажется. Это из-за этого. Оу. Даня, выкини. Даня. Не выкидывай. Оно на тебя имеется. Что за? Арсений уже подыхает. Да, не хватит или? Короче, сейчас Даня будет пить вот это. Скажи что-нибудь для прессы. Для прессы. Если он умрет, что он умрет? Кстати, крышка. Давай. А давай мы сейчас в эту крышку. Крышку, ты куда? Вот я тут нахера думал, ну да, тут сейчас вонять будет. Мы пока что подготовим для Даньки тогда ложечку. А мог в прядик сложить? Мог ложиться. Все равно вонять будет. Тут до сих пор воняет. Берешь ложечку и наливаешь водички, и он туда все. Го. Пиздец, тут воняет. Ого, вон у меня. Я сейчас просто подохну. Короче. На, понюхай, сейчас чуть-чуть посильнее пахнет. Оливкой пахнет? Ну, согласен, немного больше. Кто не ловщит? Кто не ловщит? Ну, ничего, не какое-то время. Не, вообще не щит. Хочешь, фигню не снимай. О, встреча, вкуснота. Какая-то табаско. Сколько звездочек? 5 звездочек, Максон. Никто плохого оценка еще не ставил. Все умирали. Я не умираю. Я помню, если я вот этого табаско в шашлыки... Да хера, херачил, и я еще жрал и еще больше хотел. Мама с папой такие, не надо еще больше, желудок себе же сожжешь. Ну, это не точно. Зависит. Ну, я не знаю, ну, типа, что-то такое. Короче, ложку ты куда уже взял? Ну, все понятно. На, бабулаты упала. Ты сейчас будешь еще бабулаты пробовать на вкус. Бабулаты такие острые, я тебе говорю. Что там было вообще? Апельсин. Погоди, это апельсин. Снимай. Арсений, это... бери и снимай. Это обогус. Короче, сотрите обогус. Давай, снимай, что я еще буду делать. Снимаешь? Пойди-ка, поехали, классно. Нашел камеру. Снимаю? Снимаю. Все, молодец. Короче, сейчас погнали. Какой у меня такой будет? Все, одна капелька, о. Заснял? Даня! Снимай теперь Даня на ремонт. Да, так, Арсений, давай Даня. На, держи пока, потому что я сейчас сам буду снимать дальше. Держи, не ври без меня. А, это выстрелку. Держи. Всю ложку только, главное, в рот засунь. Не ври пока, не ври, я сейчас начну снимать. Короче, покажи-ка еще раз ложку. Ставьте, у вас последний шанс сказать, умрет он или нет. Короче, давайте, зырем. Давай, раз, два, три. И по настоящим эмоциям, все эмоции. Остро чуть-чуть. Вот что, тебе моя очередь увидеть это? Давай. Только у нас ложек нет. Сверху. Тогда дай ложку. Снимай. Это не такое. Еще больше посадишь, да? Тогда будет сейчас стрелька. Большую возьми. Раз, два, Амогас. Амогас. Четыре капли. Погоди, дай снять. Ты еще с... Бумага. Немножко больше. Не глотай. Подожди, я сейчас начну снимать дальше. Покажи еще раз. Вкусно. Понюхай сначала. Это смоквид. А теперь глотай. Какой смоквид? Оливки какие-то вообще. Давай, глотай. Жри. Окей, давай. Раз, два, три. Даня сейчас тошнит его. Он бухой просто, он сейчас не понимает, что врет. Короче, стоит. Даня! Что, нормально? Ну, нормально. Я сейчас лимонной кислоты добавлю, тебе вообще. Просто пи. Ну что, что? А больше ложки вот есть? Дай ложку. Ты еще... Дай банку отсюда. Ты еще больше, да? Пока не...
Держи ложку так, чтобы она не вытекала. Мозга бы... Где-то... Ну, короче, дофига как-то. Вот так столько! Будет тебе нормально уже! Амогас. Арсений, слабо? Да. Амогас. Не, не слабо. Еще чуть-чуть, мне кажется, так что я всего лишь на ноге. Можно попить сначала? Потому что это уже сырье. Ну давай, давай. А то надо избавиться от этого вкуса. Дальше, давай. Еще там. Смотрите, как он пьет, как этот, как водяной. Собака. Покажи. О, сопля в носу. Ну да, море крови. Это уже слишком. Если сейчас не будет остро, то я тебе еще больше налью. Окей. Считай, что не считай. Дай, стой. Сейчас поддержка, давай, Арсений. Да, одна, раз. Ты, Ари, давай, да, одна. Раз, два, три. Да, одна. Включай эмоции, а потом пей уже. Сначала я скажу, как часто можно. Я уже выпил. Даня такой сейчас. Было слишком остро, что у меня язык сдох. Поэтому я сейчас вообще ничего не делаю. Я ожидал хуже, но нет. Но все равно остро, блин. Все, пей! Что, конец? Конец? Да, конец. А теперь моя очередь. Все, давайте здесь ложка больше. А, да, я посмотрю. Ложка больше есть? Побольше? Да. О, побольше хочет мой. По-моему, у тебя тут ложка. Да. Нет, там все пусто было. О, тут паук, там таракан! Тебе таракан, Даня. Где? Вон! Где ж тут бегал? Таракан, все ей. Ой, тебе там таракан бегал! Не спалили тебя там таракан. Он обосрался. А вон большая лошадь. А чай. Эй! Баншет ёбнулся. Плохо. Плохо дело. Ничего страшного. Все, давай, Арсений, где ложки? Быстрей! Давай, вон она ложка. Раз-два. Не, я сухая. Дань, у тебя дома тараканы водятся. А? Ничего себе стырёт на конфетку. Да, знаю. И тебе нормально? О, факты. Больше нет. Ты ж мусорка? Даня такой... Сейчас Даня такой... Понимаешь, сейчас не о тараканах надо волноваться, а о моей жизни. Даня, эмоции. Давай, давай. Все эмоции на камеру. Плохо. Дай я сейчас сам тебе налью. Ты снимай, я повар тут. Повар. Я повар. Смотрите, как надо сделать, чтобы ваш язык сдох. Кстати, самое смешное, что мой язык тоже не появится. Амогас. Короче, ваш шлака, думаю, будет достаточно? Да нет, что-то так много сразу. Я поменьше хотел. Ну что, амогас-то смешно. Вот так. Большая ложка, большая капля. Вот, я обожаю. Много, озеро. Тогда по одной, смотри. Амогас. Одну каплю, потом постепенно будет. Ладно. А, кстати, хорошие новости, это хорошо, классно. Ну, теперь пол сдохнет. Ну, как ты хотел, чуть-чуть. Ну, да. Серьезно, блин. Если вы сейчас... Ну, ты тупой! Он все пролил, дебил! Не разлил, так и было. Ты тупой? Да нет, не наливай больше, не наливай. У тебя половина выпала. Короче, мало осталось, да, вот, распожи. Мало осталось, немножко разлилось. Да, все, не надо, да. Дай. Потом ты сейчас вытерешь. Да. Просто. А теперь побольше. Fuck you. Арсений, fuck you, слышал? Да хреново. Ой, горло болит. Fuck you, Арсений. Ну, думаю, вот столько будет нормально. О, как остро. Я запах отсюда чувствую. Чувствую, у меня фигово будет. Двое, раз, два, три. Да, одна. Сразу не пей. Сначала ему. Я отказываюсь это повторять. Я повар, я готовлю, я не кушаю. Мне нельзя кушать. Ему плохо. Он сейчас заснёт. Не очень. Сейчас таракан. Надо было этим таракана накормить. Он бы тоже нас сдох. Ой, хорошая идея. Не пей, ты что, горячая вода тут? Ты горячую воду включил еще. Не пей, дебил. Печенье, вот, мне печенье. Да, давай. Тараканы живут. Ну, короче. Ну, эти тараканы, такие люди у тебя дома бесплатно живут, да, не? Гордо, но... Им тоже рацию нам покупать.
Открой пицюню. Мы отрубили Арсению. У нас получилось. Я думаю, давай пицюню Арсению, мужик. Арсений, подох. Не, ну все, Даня, готовь гроб. Не, Даня, иди яму копай. Я сейчас приду. Надо дяденьку позвать. А, и четырех мужиков готовь. А? И так не... И пять мужиков готовь. Чего? И пять мужиков черных готовь. Черных? Угу. Нахера они нам? Мы тебя сейчас сами потащим. А ты чё? Моё. Блядь. Моё, конечно. Короче, мы набухали. Теперь туса. Пиздит нахуй. На улице. Хуёво. Короче, на улице я снимать не буду. Поэтому я в берегу пинап. Ну, тут не так уж и темно. Поэтому сейчас мы пойдем нахуй. Кстати, помнишь, как я прыгал?